Добрый вечер, уважаемые криворожане. Главное за сегодня. Враг уже не просто остановлен по всем направлениям, а уже и отброшен назад. Назад от дальних подступов к городу. Сегодня освобождены еще несколько населенных пунктов Херсонской области. И оккупанты уже не находятся на расстоянии ближе 40 километров от города, а на некоторых направлениях и 60 километров. То есть линия соприкосновения находится уже не на границе с Днепропетровской областью, это уже Херсонская область. Наши военные проявляют настоящую доблесть и наносят врагу серьезный урон. Захвачена еще техника противника, и теперь она также будет работать на нашу оборону. Помните, неделю назад, когда ситуация была очень напряженная, я записал видео, в котором призвал не впадать в апатию. Или там депрессию, постоянно читая негативные новости. Потому что на самом деле хороших новостей больше. Просто не о всех мы имеем право рассказывать в онлайн-режиме. Как вы видите, так и есть. Главное, что от стресса первых дней мы сейчас перешли к пониманию того, что врага можно не только остановить, но и бить и побеждать. Потому что мы на своей земле и отступать нам некуда. Да, никто и никогда не собирался. В городе обстановка стабильная. Вы сами видите, что город живет и работает. Сегодня объехал многие районы, в которых продолжается возведение оборонительных сооружений. Все идет нормально. Еще раз подчеркиваю, это на крайний случай. Наша стратегия – держать врага далеко. Также был на вокзале, где вы знаете, что сейчас идет очень большой поток беженцев. В основном это уже не криворожание, это с востока и юга страны где оккупанты просто уничтожают дома людей. Уже эвакуированы западные области, через Кривый Рог почти 100 тысяч человек. Тоже все нормально, работа с железной дорогой отлажена, и все, кто хочет уехать, имеют такую возможность, имеют хорошее отношение, есть комната матери и ребенка, есть питание, есть медицина, то есть все, все, хорошо работает там. Большинство криворожан остаются в родном городе. И нам сейчас важно быть вместе. Продолжайте поддерживать своих родных, близких, соседей, тех, кто в этом нуждается. Сейчас даже простое человеческое общение очень важно. Не надо там, сходить с ума и сидеть постоянно в новостях. Лучше давайте пообщаемся о чем-то хорошем. Это не значит, что во время тревоги по ночам надо там, петь дома с друзьями караоке. Не рассказывали о таких случаях. Но общаться важно во время тревоги все-таки уходить в укрытие. И важно не верить фейкам. Вот, например, из сегодняшнего. Рассылали в соцсетях сообщения, что кому-то где-то там стало известно, что Арселор будет бомбить с 15.00 до 17.00. Понятно, что бред, но некоторые же до сих пор этим занимаются. В то же время, еще раз подчеркну, когда звучит реальная тревога через официальные каналы, там, приложения, которые есть в Телеграм, в других мессенджерах. Надо спускаться в укрытие. В целом, еще раз повторю, у нас ситуация стабильная и она контролируется. Также, наверное, неплохая новость. С завтрашнего дня в Кривом Роге и во всей Днепропетровской области становится короче комендантский час. Теперь он действует не с 20.00, а с 21.00, то есть с 9 вечера до 6 утра. Но при этом по-прежнему прошу все правила соблюдать неукоснительно. Скучной вам ночи, дорогие земляки. Слава Украине!